Обсудили спорные вопросы в законодательстве. В Саратовской юридической академии прошло очередное заседание научно-консультативного совета при арбитражном суде Поволжского округа. Среди участников представители арбитражных судов Волгоградской, Астраханской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с применением законодательства в области банкротства. По мнению участников заседания, особенно часто спорные моменты встречаются в случаях несостоятельности застройщиков, а также касаются начисления судом процентов за пользование чужими денежными средствами, если конкурсный управляющий необоснованно расходовал средства должника. Председатель Саратовского областного суда Василий Тарасов обратил внимание на то, что судьям необходимо выработать определенные правила в этом направлении. Также на заседании научно-консультативного совета обсуждались вопросы по применению процессуального законодательства. Банкротство, вы знаете, это большой пласт экономики, а точнее слабые ее части, может быть. И по банкротству есть вопросы, от которых зависит в том числе и социальная составляющая. Это касается и дольщиков, это касается очень широкого круга проблем или широкого круга вопросов. Но основное сегодня – это банкротство.